приехали в парк кормить енотов сосисками. Это зачем? Ну там что-то очень занят. Да, он очень занят, да, сильно. Вон они, еноты бегают. Но ему, по-моему, не надо сосиску. Да, ему некогда. Вот он. Да, он что-то нашел. Да. Нет, так не интересно. Ну, чтобы они подходят, ручки ждут. Лапка. Нет, это не здесь, другое место. Нет, я пойду туда схожу, на. Зачем? Ну там, там как-то это. Там вот этой площади нету. Я хотя бы посмотрю. Вот такой хайоса басовый зверюга такого. Сидеть, смотри, пожалуйста. Смотри на меня, пожалуйста. С детишками. Такие деревья необычные. Вообще. Очень необычные. Это их как будто плющ обвил, да, там раз сверху? Где были с тобой? Не помнишь? Ну, там где-то, вот сюда вот заходили. Там отдельный стол стоял, там вообще никого не видно было. Они сюда пришли, вот оттуда здесь. Птички поют. Слушай, это все-таки не плющ, это какие-то наросты на дереве. Да, вот такая? Ага. И вот они все такие вот стволы лохматые. Какая-то вот прям растет. Совершенно другая природа. Все такое непривычное. Вот пальмы растут между деревьями. Сами деревья очень необычные. Я таких нигде не видела. Они какие-то все кривые. И вот прямо вот с них вот эти вот, вот свисают. Вот. Вот эти вот. Это они так укореняются, что ли? Ну-ка. Да, но все укоренилось там. Здесь одно дерево умирает, а уже корешочки, ящерки шуршат, бегают. Такие деревья. Такой лес странный. Прям тут можно какие-нибудь, знаешь, фильмы снимать про каких-нибудь там эльфов. Такие деревья вообще необычные. Не хотят к нам сегодня идти еноты кушать. Мы им сосиски купили. Оттуда пойти на ту сторону. На той стороне, Валер, нет ничего. Это тот, который на ту сторону приезжает изначально. Ну вот сейчас мы туда пойти. Забор.
дням как будто деваться некуда. Иду. Вот они пускают корни с веток, они вот так вниз опускаются, укореняются и как бы срастаются с основным стволом. Не можем мы найти енота. Одного нашли, но он был какой-то не голодный, не хотел кушать. Блин, ты в очках, ты видишь дятла, нет? Красный башкой. Да. Вон. Тук-тук делает. Там другой какой-то еще. Там три. Точит. Так, вот, начал колотить. Блин, плохо видно. Они отзываются, да, на такой свист? А? На свист отзываются? Пока ящер, ты вообще не увидишь ее. Угу. Ты еще раз... Как цвет дерева. Нету. А чем утром с Олеськой приезжали первый раз? Потому что так же. Бери. Нет, руками бери. Будьте больно. На, попробуй покормить. Давай. Маленькую. Да, конечно. Ломай. Идем. Ну, он тоже не голодный. Видно же, что он не голодный. Идем. Он просто... Ему надо вкусненько тоже. Они же прям такие, да. Идем. Идем. Пусть руками. Давай, руками. Бери. Вот так, моя дочь. У тебя зимой. Все, пошел. Все, пошел. Все, ушел-то. Наелся, скажи. Смотри, никто, да, не пришел? Скажи спасибо, было вкусно. Очень так он кушает лапками. Вкусно. Еще возьмешь? Иди сюда. Иди сюда. Долго ты прожевываешь, прям как вот там. Надо хорошо. Что-то жесткое. Надо хорошо прожевывать. Не голодный, видно же, прям вообще пофигизм. На. Что такое? Что за проблема? Иди сюда. На. Лапами. Нет лап. Где друзья твои? Ты чё один-то? Скажи, мне больше достанется. Ты надо одному кушать вот так лапами. Вон идут еще. А еще. Лапами. Вон еще вдалеке один сидит. Иди сюда. Ну что там застрял? Вот второй. Копает.
Появился конкурент, этот сразу, смотри-ка, за колбаской лезет. Вон он в кустах сидит перед тобой. Слушай, как, какой он... Что ты боишься? Вот. Где еще? Куда вообще берете? Да я уже на максимум прибавила. Да. Ну иди, иди. Она такая большая. Снимай, снимай. Да, снимаю. Гроза. Да, я на него посмотрю. Игуан. А еще знаешь, так получается? Против солнца. Вообще. Вот это зверь. Она не убегает. Зверюга. Оп. Оп, пошла, пошла. Такая фигня висит у нее тут. Ага, на бороде. Ярко, да, акция? Очень. Ты сюда снимешь? Да я уже снимаю так. Она... Все, она уже ушла. Спряталась.